Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Свиноматка опоросила. Сегодня 18 января. Как раз перед... Люха, а как называется праздник, Люх? Праздник как называется? Хрещение, да? Как раз перед праздником водохрещения. Не говорил... сейчас. Не говорил, потому что она нервничает, вскакивает постоянно. Вот это... Не трогаешь ее, тихонечко там она легла и кормит поросяток. Поэтому я уже перешел в другой сарай, здесь расскажу. Ну, в общем, во время опороса свиноматка сколько? 16 поросяток. 16 поросяток опоросилась. Ну, часть из них, она большая получается уже, ну, как большая. Вес большой у нее. И подавила. Сразу мы пришли. Двое было, она как бы под ней прям лежали, она, видно, не заметила их в самом начале. Утром пришли часов на 9 управляться утра, а порос в самом разгаре. Грубо говоря, там 5 штучек было, двое задушило, ну, посидели, в общем, 16 поросяток она родила, опоросилась. Из них, ну, пока трое минус, я думаю, там еще парочку отминусуют. Так что, ну, я надеюсь, там с десяток останется. В общем, я к чему веду. Спасибо за всем, кто держал кулаки, а то многие мне писали, жевали, видно, нормально нажевали, потому что 16 поросяток, это, ну, пока самый большой рекорд. 14 было, и то было там плохая свиноматка, ну, как плохая, и у меня руки кривые. Ну, суть в чем, что пока, тьфу-тьфу, 16 она опоросилась, а трое пока умерло. Ну, я думаю, десяточек как раз останется как раз, как надо, чтобы они крупненькие были, нормальные. Кстати, это опять героин. Сын героин, вы же узнали, наверное, да? Вот мать героин, сын героин. Сын героин, месяц и неделя, уже вес у него как на двухнедельного. Как только, ой, двухмесячного, двухнедельного. Как только начали давать БМВД в корм, героина начала так переть, он сейчас рэпнет. Обратите внимание на его конституцию. Конституция наглого героина. Смотрите, какую жопу отъелся. Вот тебе и Петрен. Петрен округлился, он стал полностью круглый. Так вот, рыжая свиноматка наконец-то опорола. Ну как наконец-то? Мы ждали опороса где-то часов 25-х. Видите, ну как я правильно, ну как правильно. Что там считать было? В общем, опоросилась она у нас 18-го. Ну, соответственно, будем кормить, будем колоть, поддерживать их. Поросятки не очень крупные, ну, есть такие покрупнее, есть помельче. Ну, понятно, если много количества, соответственно, они не очень крупные. Кстати, если вы используете нормального хряка, ну, то есть не переводка в плане того, что близко родственных там не скрещивать, их глупостями не занимаетесь, а именно хрячок там у вас далекий от свинки, то всегда получается, даже если рождаются не крупные, ну, там, первый опорос, такие вот, ну, большое количество, не переживайте, вырастет все равно, вот такой героин вырастет, сын героин, смотрите, какой сын героин, их там на продажу у меня уже стоят сейчас, надо выложить, я думаю, заберут их. Я к чему веду? Даже если будет не очень крупные, вы сильно не переживайте. Смотрите, как она воду пьет. На колени? Да, на колени, я сказал. Она сделана, чтобы героин доставал, и мать героина. В общем, даже если поросятки рождаются не крупными, вы не переживайте, они догонят, свое возьмут. Либо от мамы. Единственное, конечно, в идеале их, конечно, в первый месяц, я уже понял, хорошо мы опробовали, посмотрели, обязательно надо колоть. Обязательно колоть железом, это до 10 дней два раза хотя бы. И в дальнейшем с двух недель можно начинать колоть их витаминами. Я уже показывал на видео, какими, в принципе, в будущем на этих тоже покажу, как лучше проколоть. И это все лучше сделать, как положено, там, через две недели, в течение трех, ну, три укола сделать через неделю, в общем, для того, чтобы поросятки хорошо росли, быстро усваивалась пища у них, и они развивались в начале со старта, лучше им дать, чтобы они нормально стартанули и пошли. Соответственно, не пожалеть, там эти деньги, не так много этих денег, все будет нормально. В общем, я показал героина опять, мать героиню, сына героина, а на самом деле видео было о рыжей свиноматке, которая опоросилась. Ничего сказать не мог, потому что она сразу нервничает, сразу кидает, ну как кидается, она начинает там беспокоиться, вскакивает, я не хочу, чтобы она их раскидывала, а потом как уваживаться начинает, у меня сердце кровью обливается. Она там уже двоим или троим наступила копытом, одному просто кишки выпустила, это капец. Я такого, честно говоря, ну видите,
когда свиноматка большая становится, с одной стороны, это хорошо, да. Она больше поросяток приведет, и они будут крупнее. Но есть и нюансы, она становится менее поворотливая, и, соответственно, больше отхода у нее выходит. Да, многие, вот, кстати, хотел там попробовать сделать маточники, фигаточники, ну, все фигня. Если честно, как бы, ну, поросята не идут, они к маме тулятся. Это их самостоятельно надо как-то их там отбирать, туда засаживать, потом высаживать. Ну, это какая-то фигня. Мне это не нравится. Во-первых, трудозатраты большие. Во-вторых, все должно быть натурально. Кто выживет, тот выживет. Естественный отбор пройдет. Вот видите, героин как прошел, естественно. А был чмо-чмом. Ходил тут, елки на ногах, не стоял, постоянно орал. А сейчас его героина лучше не трогать, он может и покусать. Героин, иди сюда. Героин, а героин с маму. Маму сисю. А? Сам героин, а маму до сих пор сисю тягает. И посмотрите на эту героинскую жопу. Пить хочет. Да, пить хочет. А водичку не любит пить. Тоже вот заметил. Только начинаешь прикорм поросятам с БМВД даешь, маме капец. Они ее сразу начинают доить, у них, наверное, сушит, потому что, ну, БМВД сушит. И они начинают жестко маму там проходу не, просто проходу не дают. Поэтому маму вытягивают, буквально за неделю высасывают так, чтобы ничего не остается. Все, поросята, ой, свиноматка опоросилась. Через 3 дня начнем колоть и посмотрим, сколько у нас осталось. Первые 2-3 дня, это сам первых 48 часов, в принципе, самые критичные. Смотрите, у нас пьется. Первых 48 часов самые критичные, соответственно, главное им пережить это время. А потом уже они становятся более-менее поворотливыми, резкими, они убегают из-под свинки, она им ничего плохого не сделает. Ну, в принципе, все, буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожелайте удачи моим поросяткам. И вам всем, кстати, развития в хозяйстве, побольше приплодов, приносов, прибыли и тому подобное. Чтобы никто не болел, и все было нормально. Всего доброго.